А в моей стране все есть. Есть не газ и есть не нефть. Уголь есть и никель есть. Алюминия не счесть. В ней есть золото, алмазы, изумруды и топазы. Как же так все есть в стране, а народ живет в ковре. Нормально, нормально. Как же так в стране все есть, а народу нихер есть. Ля-л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 я
Есть лососи и осетры, в них полным-полно икры. Есть и овощи, и фрукты, и молочные продукты. Как же там продукты есть, а народу нехер есть? Как же так все есть в стране, а народ живет в говне? В моей стране все есть, губернаторы в ней есть, мэры есть, замэры есть, и у замов замы есть, ФСБ и МВД, и в кустах и БДД, и из Форбса пацаны за пределами страны, генералы, депутаты, коммунисты, демократы, как же так они все есть? И им всем не нехер есть. И отлично жить в стране, где народ живет в говне. Весь народ живет в говне, а говно живет вполне. О, это кто? Это Семен Сапоков. Ой, зайка.